конца весны, все лето, и, похоже, предстоящая осень будет бесконечной стройка. Они вот такие. В результате, ну что принесло нам это они всем все жителям? Так лавочки были хорошие, крепкие, их поменяли на хлипкие, которые затрагиваешься, они скрипят и качаются. Плохо устойчиво, если кто-то сядет, ну, захочет опереться, он может и кучнуться. Многим не нравится мусорка возле лавочки. Говорят, теперь будет грязь. А вот это нам так отвратительно обратно сделали дорожку, спуск. Она опять вся трескается, проваливается. Все лето пытались сделать, как не делают. Мягкий кладут асфальт, который рассыпается, проваливается. До свидания, спасибо. В общем, даже не знаю, что и сказать. Поменяли хорошие лавочки на плохие. Куда увезли наши хорошие лавочки, непонятно. Асфальт, ну, полное говно. В общем, не знаю, деньги просто выкинули на ветер. Поменяли, а в итоге мы получили, как будто нам ничего и не меняли.